Макет кремневого пистолета 18 века от фирмы Denix. Интернет-магазин «Попади в десятку». Этот макет выполнен из металла и лакированного дерева. Металлические части здесь имеют золотой и серый цвета. Шомпол здесь металлический, и он не вытаскивается. Металлические части корпуса покрыты рисунками. А с правой стороны рукояти есть узор, который здесь выполняет функцию антискользящего покрытия. У этой модели есть возможность производить имитацию выстрела. Для этого нужно отвести курок, опустить огниво и нажать на спусковой крючок. В боевом варианте зажатый в курке кремень ударял по огниву, извлекая тем самым искры, а они воспламеняли заранее насыпанный на полку порох, который, в свою очередь, через специальное отверстие в стволе воспламенял уже основной пороховой заряд. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку».